Я выступала против финансовой помощи Греции, первый пакет, который был предоставлен в мае 2010 года. Я говорила, что это не решит проблему. Средства, которые мы отправляем в Грецию, не смогут изменить ситуацию. У этой страны нет шансов справиться со своими проблемами, пока она является частью еврозоны. А оказаться вне зоны евро не представляет для нее никакой опасности. Более того, я считаю, что для нее это единственный шанс решить проблемы, с которыми она столкнулась. Покинув еврозону, Греция могла бы провести девальвацию своей валюты и впоследствии повысить свою конкурентоспособность. Я думаю, именно это Афинам следовало бы сделать.